Но дело в том, что сочетание неплохое. Беларусь, Казахстан и Россия. Я работаю в Казахстане, и это прекрасно, это здорово. Надо развиваться во всех направлениях, потому что развиваться в одном направлении, я думаю, что было бы неинтересно. Я считаю, что прекрасно, если мы если войдем еще вот к ним, тоже примкнем. Китай, это Индия. Это прекрасно, там все трудяги, работяги живут. Это люди ближе мне по духу, то есть они какие-то все работящие. Вот. Мы тут, да, крестьяне, земледелие. Вот. Я считаю, что это прекрасно. Я считаю, Евразийский союз это будет очень перспективным и сильным объединением на территории бывшего СССР и также большой, наверное, альтернативой и противовесом тому же Евросоюзу. Вот. Поэтому мне кажется, что над этим нужно работать и как можно больше расширять, наверное, действия и полномочия внутри этого союза.